сегодняшнего дня воздушное сообщение между Россией и Беларусью полностью восстановлено. Оно было временно ограничено из-за пандемии коронавируса. Кроме того, появились рейсы по другим зарубежным направлениям. Это Испания, Ирак, Кения и Словакия. В Беларуси официально объявлена четвертая волна коронавируса. Фиксируют почти 2000 заболевших в сутки. К ней были готовы все медицинские учреждения страны. Есть надежный, уже проверенный способ защиты – вакцинация. Более того, бесплатно сделать прививку можно не только в лечебницах, но и в мобильных пунктах. Препаратов достаточно, есть выбор между российским и китайским. Их могут доставить на дом тем, кому сложно добраться до поликлиники. В Беларуси с этого дня повысилась стоимость автомобильного топлива. Она выросла на 1 копейку. Так, цена 92-го бензина – 1,98 рубль, 95-го и дизельного – 2 рубля 8 копеек, 98-го – 2,30. В Бобруйске открылась выставка «Наследники Великой Победы». Площадка для искусства – театр имени Дунина Мартынкевича. На экспозицию представлены 60 работ. Половина из них – тематические произведения юных художников Беларуси и России. Проект организован в рамках Года народного единства и 75-летия образования ЮНЕСКО. По всей республике с 24 сентября пройдет единый день безопасности дорожного движения. Он направлен на профилактику травматизма среди пешеходов, велосипедистов и водителей. Также акция призвана напомнить о важности использования фликеров.